Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Не спится? Давайте погуляем по ночному Сан-Диего. Мы на набережной, называется Эмбракадерос, и Порт-Виллидж, прошлись от рыбного рыночка по всей набережной. Днем тут полно народу, многолюдно торгуют самодельные вещи, люди торгуют, рестораны работают, очень много народа. А ночью одно наслаждение в прогулке, потому что есть какие-то затерявшиеся жители города, кто-то просто гуляет по набережной, как мы, а кто-то бегает, кто-то прогуливает свою собаку. Вот нам хватило примерно одного часа. Здесь даунтаун Сан-Диего за мной, а если вот я вот так развернусь сюда, то вы видите тут знаменитый Мидвей, а там... Безусловная капитуляция. Гигантская статуя моряка времен Второй мировой войны, целующего медсестру, впечатляет своим безвкусием и масштабом на внушительном фоне настоящего авианосца военно-морских сил США USS Midway и вереницей фотографов, туристов, желающих постоять рядом с ней и заглянуть под юбку медсестры. А прямо по соседству возвышенная площадь с вывеской «Национальный салют Бобу Хопу и военным». Издалека это выглядит как небольшая толпа, собравшаяся вокруг человека с микрофоном. А фигура с микрофоном – бронзовое подобие Боба Хоупа, легендарного кино- и телекомика и артиста. До своей смерти в 2003 году в возрасте 100 лет Хоуп участвовал в сотнях мероприятий с 1941 года, развлекая американскую военную публику от Второй мировой войны до войны в Персидском заливе. Эмбаркадеро – это оживленный район с причалом для круизных лайнеров. На борту авианосца Midway находится музей с авиастимуляторами, отреставрированными самолетами и выставками, посвященными службе на корабле. Из двух парков у гавани, Эмбаркадеро и парка Waterfront с зелеными лужайками, открывается вид на океан. Seaport Village – это торговый обеденный комплекс на набережной, рядом с заливом Сан-Диего. На 8000 квадратных метрах набережной находится более 70 магазинов, галерей и ресторанов. Мы сегодня с Анжеликой гуляем по ночному городу. Нашли Санта-Клауса. Нашли Санта-Клауса. Уже Сан-Диего готовится к Новому году. Но вообще, вообще тихо. Никого почти нет. Одно наслаждение. То уточки, то какие-то рыбки. То бездомные, кстати. Но вообще отличная прогулка. Без бомжа. Thank you.
сейчас сидите за компьютером и смотрите мое видео, подумайте о том, чтобы встать и пойти прогуляться. Присоединяйтесь к обществу активных и здоровых людей. Поставьте лайк моему видео и подпишитесь на мой канал прямо сейчас. Заканчиваем прогулку. Вечер очень приятный. Советую выбираться, не засиживаться дома за телевизором. Выбираться на природу или в город и наслаждаться свежим воздухом океанским, прогулкой. Получаете за короткое время много положительных эмоций. Смотрите другие видео на моем канале в YouTube. Ваша зажигалочка.